Производство газовых турбин, создание ткани из микроволокна, выпуск тротуарной плитки. Сегодня в Доме правительства презентовали проекты на президиуме Инвестиционного совета республики. Провел его Рустам Миниханов. Некоторые идеи представлены на принципах государственно-частного партнерства. Общественные слушания по проекту мусоросжигательного завода в Татарстане назначены на 28 июня. Встречи пройдут на 5 площадках. Соответствующее постановление главы Осиновского сельского поселения появилось сегодня. Время начала слушаний – 15 часов. В Нижнекамске приступили к масштабному мониторингу транспортной системы. Для этого привлекли 60 наблюдателей, это студенты местных вузов. Изучается пассажиропоток, интервал движения автобусов и трамваев, эффективность маршрутов. Еще проведут большой соцопрос.